Как называется, напишите, может. Гидродинамика? Гидродинамика, наверное? Ну, вот речь идет о молекулярном моделировании вообще. А. Где? Нефтебаза. Ну, а имя-то зачем? Ну, ладно, не будем. Фармацевтики. Зачем? Фармацевтики. То есть, когда разрабатывают новое лекарство,
делают, наверное, следующие шаги. На основании, кажется, того, на основании существующих понятов, из каких примерно компонентов оно должно состоять, и, собственно, речь идет действительно о, во-первых, моделировании на таком атомарном, на уровне системы взаимодействующих частиц, я думаю, что это распространено более широко, то есть речь должна после этого идти о том, как составные части этого лекарства, состоящие из такого-то вещества, то есть любое лекарство имеет многокомпонентную систему. Так вот, как элемент этой системы нужны взаимодействовать на биологические объекты. Получается очень сложная задача, но решать ее в принципе на каких-то этапах можно и методами моделирования. И у меня такое впечатление складывается, что это будет дешевле, нежели проводить, смешивать разные составы, ну, грубо говоря, потому что на самом деле все, наверное, еще хитрее. Смешивать разные, получать разные многокомпонентные системы, пытаться проводить эксперименты по влиянию этих систем на живые существа. Так в реальном-то веществе там же грязь всякая, там нечистая. Что? Ну, в реальном веществе, вот, которое фармацевтики получили, там же грязь всегда. Там не только нечистая, ну не чистый образец получает, а грязь. Это то есть на эксперименте может совсем другие результаты быть, нежели моделировать. Ну, наверное, да. В общем, итог такой, сухой остаток из-за этого, что на некоторых этапах разработки лекарств их пытаются моделировать. Тем самым пытаются выяснить, какой состав из него более эффективно действует. Ну, например, у меня есть знакомые ребята, которые работают с Нежинским. Первое, они, конечно, решают свои проблемы, связанные с какими-то процессами, происходящими в реальном топливе. Да? Хотя там есть группа, которая занимается действительно то, о чем вы говорили, другой динамикой. Но это является уже процессом, который происходит с огромной скоростью, за микро, может быть, более короткие времена, связаны со взрывами. Так вот, последний вид деятельности, который они начали заниматься, я еще мало знаю, это как раз взаимодействие биологических объектов всех излучений. Понятно, вам нужно эксперимент моделировать белки, примерно представлять механизм воздействия излучения на белки и, соответственно, подвергать ваш модельный белок воздействию излучения. Ну, самый простой способ, вы просто считаете, что белок открывается, соответственно, можно назвать. Я думаю, что можно опускаться на более глубокий уровень, то есть понять, что происходит с атомом, если его подвергнуть. Описывается известно, чем система уравнений движения Ньютона. То есть это обыкновенное дифференциальное уравнение второго порядка. Эту систему можно записать вот так. Т, наверное, с двумя точками, где ускорение этой частицы. Насколько мы все помним, есть сила, нужно понять, откуда силу выдавливать. Если мы умеем рассчитывать потенциальную энергию взаимодействия всех частиц между собой, то сила есть производная, действующая на каждую частицу, производная от этой энергии частичной системы по координате каждой из частиц. То есть вот наша задача, если мы научимся численно интегрировать вот эту систему уравнений, то мы будем получать координаты скорости, то есть скорости, потом импульсы скорости. И если у нас есть выражение для плюс динамических переменных, можно подставлять эти координаты и получать значение функции. После чего проводить интегрирование и определять среднее значение функции.
Вот это уравнение второго порядка можно из порядка комиссии превратить в два уравнения первого порядка, скажем, по разводному импульса, это частица, собственно, есть, это сила. И второе уравнение, полагаем, да, с точками. То есть, по сути дела, нам нужно последовательно провести два интегрирования. Сначала получить скорости, то бишь импульса, а потом получить координаты. Вот вид уравнений, которые мы записали, включает случай, когда они являются интегралами движения. То есть, характеристики системы мы будем получать в рамках самого простого статистического ансамбля, именно микроэкономического. R, V, E. Постоянное число частиц, постоянный объем и постоянный объем. Соответственно, мы будем получать траекторию, которая проходит по энергетической поверхности с одним и тем же значением. Это довольно простой случай. Значит, в случае метода Монте-Карло я начал рассказывать Мелевич, что я обратил внимание, что кроме моделирования метода Монте-Карло в МВТ ансамбле, мы можем промоделировать в МВТ, где от В и Т являются постоянными величинами. Возникает проблема моделирования в других ансамблях, или в таком простом, и в методе молекулярной динамики. Проблема решается тем, что вот к такому уравнению добавляются еще члены, совершенно не свойственные гамильтоновому уравнению. Скажем, для того, чтобы динамически в системе сохранялось давление, нужно добавить некий член, который позволит вам сохранять это давление варьированием объема системы. Для того, чтобы в системе постоянно сохранялась температура, мы должны добавить некий член, который позволит сохранять кинетическую энергию в вашей системе. Одно время к этому довольно скептически относились, а сейчас моделирование других ансамблей, скажем, в МРТ, в МРТ, вот стал нормой жизни. Но надо отдавать себе отчет, что в случае, что если вы сохраняете, скажем, давление в системе, вы не должны претендовать на то, что свойство, что собственно само давление, которое вы хотите измерить, или компоненты этого давления, давление тензоров, величина, известно, то есть мы, когда говорим о гидростатическом давлении, мы рассуждаем только о диагональных компонентах, получается. На самом деле есть и не диагональные компоненты. Вот если вы моделируете в МПТ ансамбле, то вы, в принципе, можете забыть о том, что он правильно определяет компоненты для захоронения. Но зато он обеспечит существование постоянного давления в среднем не только по траектории, но и каждый момент, в каждой точке этой траектории. Ну, естественно, он обеспечит возможность эксплуатации объема вашей системы, возможность эксплуатации плотности стадии. Вот самое важное методом молекулярной динамики, что, несмотря на свою простоту, может быть, и благодаря ей, надо сказать, он основан только на первых принципах молекулярной теории вещества. Единственное, что мы приносим сюда, это функцию, которая, с помощью которой мы определяем энергию взаимодействия частиц между собой. Насколько мы ее грамотно выберем, настолько мы грамотно пишем прототип нашей модели. Если мы сумеем подобрать, скажем, параметры нашей потенциальной функции, то не только качественно, но и количественно сможем приблизиться к свойствам прототипа нашей модели. А все остальное это постулаты
молекулярное природное вещество. Никаких других обращений у него не было. Ну вот я обычно говорю теперь, значит, дальше следует остановиться вот на чем. То есть наша задача провести численное интегрирование вот этих вот систем уравнений на этот дискретный вычислительный машин. Следовательно, можно будет чуть-чуть, хотя бы немного представлять о том, как это численное интегрирование обычно делается. Ну и по этому поводу я коротенько рассказывал такой параграф, который называется «Введение численного метода решения дифференциальных уравнений». Введение численного метода решения дифференциальных уравнений. Несколько аналогов в компьютере это дело. Мы решаем это наше цифровое, дискретное вычислительное устройство. Для этого нам нужно наша система или процедуру решения системы максимировать подходящей численной схемой. То есть мы должны перейти от описания терминов непрерывных величин с операторами дифференцирования, скажем, вот этим, к описанию в терминах дискретных величин с операторами конечных разностей. Когда мы такой переход делаем, естественно, возникает погрешность. То есть результат аналогового интегрирования, он будет отличаться от того результата, который мы получим в результате численного интегрирования. Наша задача свести к минимуму эти погрешности, первое, а второе, выбрать численную схему, которая работает более быстро. Ну, в общем случае речь идет о решении вот такого уравнения, или когда некоторое хронится на времени. Причем при общей постановке этой задачи считается, что здесь могут содержаться и статистические элементы. В нашем случае их, к счастью, нет. Вот имеется много алгоритмов решения этой задачки. Нам нужно выбрать самые простые, самые быстрые. И кроме того, необходимо, помните, наша система записана для случая сохранения, для случая, когда энергия является интегралом движения. Но нужно еще, чтобы численная схема обеспечивала выполнение этого условия. Энергия должна быть интегралом движения. Ну и кроме того, схема должна быть устойчива. То есть ее результат, ее работы не должен расходиться с тем, что мы получим в том случае, если мы это интегрировали, провели бы аналоговую задачу. Ну, под устойчивостью занимается обычно такая вещь. То есть максимальный уровень разности между точным решением и полученным результатом применения численной схемы должен быть меньше.
Ну, наиболее прямой и простой путь интегрирования, в общем-то, очевиден. Если мы на берегу имеем производную от некоторой функции в момент времени t, то и начальное значение этой функции в том же самом момент времени t, то для того, чтобы получить значение этой функции в другой момент времени, который мало отстоит от начального, да, ставим y t плюс delta t. Delta t – это малая величина. У нас есть y t, есть производная этой функции в момент времени t. Вот тогда, наверное, это очень просто, интуитивно понятно. Нам нужно производную умножить на наш шаг по времени, сложить с исходным значением, получим новое значение. Такой метод называется одношарный выбор. При этом мы предполагаем, что за время дельта t значение производной не меняется. То есть используем то, которое было бы поставлено. Дальше что мы делаем? Получим вот этот результат и, соответственно, получим производную в момент времени y плюс дельта t. Мы можем сделать второй шаг и передвинуться еще на дельта t по кривой. Вот, собственно, на этом можно было бы остановиться, если бы не такое наблюдение. Время, значение наших функций. Ну и, допустим, у нас есть с чем сравнить. То есть есть реальное значение этой функции, которое получено не путем чистой интегрирования. А мы начинаем интегрировать. Вот момент времени t. Вот производная. Вот t плюс delta t. Мы таким способом получаем новое значение нашей функции. Оно окажется, наверное, вот здесь. Почему? Потому что мы двигались в направлении тангенса угла наклона нашей функции, измеренного в момент времени t. Получили новую точку. Хорошо, а хотим еще сдвинуться на delta t. 2 delta t. Используем производную, полученную в этой точке. Других у нас нет. Ну, пускай нам выглядит вот так. Мы продвинулись еще дальше. Получили новые результаты. Теперь сравниваем. На старте у нас эти точки совпадали. Просто я еще один раз знаю. Начинаем проводить вертикальные линии и сравнивать значения нашей эталонной функции, полученной путем аналогового интегрирования, с теми точками, которые получаем в результате чистой бумаги. Неизменное значение таблицы угла наклона на каждом из интервалов зависит. Видно, что наш результат будет в случае, когда функция вызовет по оси времени, он будет всегда отставать. И наоборот, если функция вызовет по оси времени, то наша функция будет проходить всегда. Вот тебе одношаговый интегрирование. Ясно, что это в ней есть хорошо, но нужно пытаться выйти из этой ситуации. Ну, наверное, решение бы улучшилось, если бы нам удалось спрогнозировать значение производной в момент времени t плюс delta t. И двигаться не таким вот образом, а в направлении среднего значения этой производной. Вот она, среднее значение производной, полученной из этой и из этой. Оно будет проходить выше. Следовательно, первая же точка, которую мы получим, она приблизится к нашему этому. Вот один из путей,
которым можно улучшить результат. Можно сделать следующее. Если понять, в чем состоит проблема, можно предпринять следующее шаги. Если бы мы предварительно узнали положение точки в момент времени t плюс дельта t, точнее так, положение точки в момент времени t плюс дельта t можно определить еще одним способом. Вот таким. Взять значение пульса в момент t минус дельта. То есть вот здесь. Да? А взять его, получить его можно вот таким образом. Вот таким образом. Таким образом вот выполняется прогнозирование значения нашей функции в момент времени t плюс dt. Вот такой способ получения, да, он, естественно, обладает какой-то погрешностью, и эта погрешность составляет пропорционально вот такой величине. Дельта t в кубе делаем на 3 и на третью производную нашей функции. Вот этот шаг, который мы совершили, дает нам возможность и производную в этот момент времени знать. Да? Тогда корректирующий шаг будет составлять, будет выглядеть следующим образом. Собственно, то, к чему мы стремились. Я говорю, что мы хотели бы двигаться не просто в направлении производной величины, например, t или dt, а в направлении среднего значения. Вот мы таким образом это и сделаем. Первый шаг состоит в предварительной оценке положения. Если мы его узнаем, то мы узнаем значение производной в этот момент. А второй шаг состоит в том, чтобы, используя среднее значение производной на интервале от t до t плюс дельта t, делаем на основании знания y t корректирующую оценку положения времени t плюс дельта t. И погрешность этого шага она будет меньше, чем первого. Она будет составлять дельта t в кубе, делённую на 12 и на третью производную нашей функции. Ну, тут нужно отдать ему за себя еще, что для вычисления этой производной мы использовались вот таким вот не очень точным значением y t плюс дельта t, и тем не менее, если мы два шага совершим, то мы получим новое значение нашей точки, которое действительно будет приближено к эталонной функции по сравнению с тем, которое мы получали в результате шага. Ну, одна маленькая загвоздка опять сразу же возникает. Каким-то образом мы откуда-то взяли вот этот вот игрок момент времени t минус дельта t для того, чтобы прогноз сделать. То есть нам нужно знание еще одной старой точки. И было бы неплохо, если бы мы разработали какое-то правило, которое позволяет конструировать вот эти вот схемы. В самых простых случаях для разработки таких численных схем используется
дискретизация уравнений движения основана на разложении имени Тейлора. Суть всех этих методов, естественно, состоит в замене дифференциальных операторов на их дискретных операторов. Я разложу нашу функцию в ряд Тейлора. Знаю, что она такая. Дифференцировала столько раз, сколько членов мы в этом году хотели. Наверное, это разложение может быть таким образом. Дальше третий производный разлагать не будем. Почему? Потому что погрешность все равно пропорциональна членам, которые содержат производный третий производный. Но это в случае вот решения классических уравнений движения. Хотя на самом деле существует численная схема значительно более высокого порядка. Пятого, седьмого и так далее. И забавно, что несколько раз попадали статьи, где говорится, что программа составлена уже при использовании библиотечной процедуры, дифференцирования до секахира седьмого порядка. Да? Если давать себе отчет, что производное уравнение движения, вернее, погрешность уравнения движения содержит уже производный третьего порядка, какой смысл тратить время на вычисление производных более высокого порядка? Ну хорошо, это разложение можно записать вот таким красивым способом. Взяв такое разложение, легко видеть, что если мы вместо дельта t подставим минус дельта t, то у нас появится рецепт, с помощью которого мы можем получить вот это самое слагаемое, которое с помощью дельта t. Тогда мы снова возвращаемся к этой двушаговой схеме, и здесь применяется следующее правило. То есть у нас есть два варианта значения, или как в
момент времени терпнут ЗНТТ, одно прогностическое, другое просто коррекция. Обычно их сравнивают между собой, определяют, насколько они отличаются. Если есть наперед заданная погрешность, которая была осуществлена, то и эта разница больше этой погрешности, вы выполняете еще одну итерацию. И так до тех пор, пока не удовлетворите своих требований. То есть прогноз коррекции можно делать не один раз, но можно делать несколько раз. На втором шаге уже вот это значение будет использоваться как прогностическое. После подставляться сюда и после совершения этого цикла у вас появится второе, то есть скорректированное значение. Ну вот. Вот разложение в ряд позволяет вам конструировать численные схемы. Если мы возьмем эту жаждую букву, а вот сюда поставим эту жаждую 2, то мы получим эту жаждую схему, с которой мы, собственно, операторов второго порядка конечных адресов.
После этого сделали выводы. И была что-то в конце, но уже не знаю, что это было. Вот там что-то такое сейчас тоже. Риночка, делаем выводы. Thank you.